Всем привет, это канал Physics A. Мы продолжаем играть в Bendy and the Ink Machine. Итак, помните, когда мы пошли вон к той двери, мы включили запись, вот эту. И нам в это время вылетела как раз вот эта штучка, задание. Смотрите, тут сказано, я уронила свои ключи в мусорку, и, возможно, что-то типа такого, там останутся на следующей неделе. Вот, значит, надо искать их в мусорках. Окей, какие-то ключи надо искать в мусорке. Так, тут вроде ничего нету. Так, следим, надо не пропускать мусорки. Так, тут есть мусорки? Так, там вроде тоже ничего нету. Хорошо. Ищем мусорки. Если в этих мусорках находим что-то, то это то, что нам надо. Это очевидно. Вот мусорка. Пусто. Точно, точно, пусто. Так, смотрим тут. Вот мусорка. Нет, нету. Тут нет мусорок. Там до сих пор наши стоят любимые друзья. Их 9 штук. Вот так-то. Так, вот мусорка. А-а. Тут есть мусорка? Нет, тут нету. Смотрим внимательно. Вот мусорка. Так, ладно. Тут есть мусорка. Вон они, 9. А вот мусорка. О, ключики. Хорош. То, что нам надо. Ну все, идем. Опасаемся всего, потому что мы взяли ключики. Это важные приспособления. Окей. Сюда нам? Ясненько. Опять чернила. Чернила. Пьем чернила. А, там суп написано, блин. Так, нарисовал и... Так, интернет. Фаворит, прекрасный сонг. Это какая-то песня. Сыграй мою песню, и я открою тебе. Тут какую-то песню надо сыграть. Так, я понял. The bass fiddle sings with deep ocean. Так, банджо. Так, это понятно. Bass fiddle. Что такое bass fiddle returns? Sings with... Вайолон, это виолончель. Pitching voice. С каким-то звуком. Виолончель какая-то с каким-то звуком. Банджо, потом... Последняя виолончель, потом третья банджо, вторая, первая, что это? Bass fiddle. Returns and sings around. И спой вокруг. Блин, что так сложно-то? With deep articulation. С дном... Articulation. Что за дно артикулярное какое-то? Я не знаю, какое первое, второе. Ой, гадина. Все, тут их нету. А, еще одна. А ну-ка. Кыш отсюда. I know there's something I've got to do in here, but I feel like I'm missing something. Первое, что надо сыграть? На чем? У нас есть скрипка, так, банджо третья, потом вот виолончель последняя. Может быть, я не знаю. Так, потом банджо, потом виолончель.
Нет? У нас еще пианино. Но пианино нам не надо. А может быть... Вот так? Нет. Виолончель, она большая, вот все правильно должно быть. The bass fiddle sinks with deep... Надо зайти, наверное, в Google переводчик и перевести всю эту хрень. В общем, сначала надо поиграть на виолончели. Ну, не знаю, там ее называют почему-то бас-скрипка как-то. Наверное, это все-таки вот эта бас-скрипка. На ней надо поиграть два раза. Раз, два. Потом банджо. Потом скрипка обычная. Все? Я правильно сделал? Даже вроде бас-скрипка, типа. Чуть неправильно сделал, что ли? Ничего не происходит. Открой. Нет, не открывает. Что неправильно-то? Бас-фидл, это же, наверное, вот такая, типа, бас-скрипка. Она же басами. Ну. Не знаю. Может, как-нибудь вот так, типа? Ай, хрень какая-то. Почему ничего не происходит? Запись. Может, потом вот так, типа, отходишь и еще раз. Потом вот эту подергать там несколько раз. Потом эту несколько раз. Нет? А как? Я думаю, типа, два раза, раз, два, потом берешь банджо, потом скрипку. Может, не чуваки должны сыграть что-то? Чуваки... Я уже 100 раз сыграл. Играйте сами, давайте. Ну. Бла-бла-бла, я пою, нет. Бежали.
Эта запись включилась. Нет, не так. А как? Не, ну барабан же не нужен тут. Что за хрень? Я же переводил, ну боже мой, бас-скрипка. Потом опять бас-скрипка, возвращаешься, что там. Короче, оказывается, надо записать эту песню. А чтобы записать, нужно включить вот ту штуку. Это вот эту камеру. Я не знаю, зачем включать камеру. Ну окей, погнали. Я включил. Быстрее. Оп, оп, скачем, скачем. Должны успеть. Теперь берем бас-бас, потом банджо. А теперь скрипка. О, наконец-то хоть что-то новенькое. Я так понимаю, надо зайти теперь в... Да. Да? Ну-ка. Открой. Открой. Пожалуйста, открой. В смысле? Мне не сюда надо? Enter Sanctuary. Чё это такое? Sanctuary. Ну, хотя бы новое задание появилось. Что такое Санструани, а? Это Санструани? Тут подписано? Нет, тут нигде не подписано, что это где-то тут Санструани какой-то. А, вон, 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 нашел, все, нашел, извините. Простите, пожалуйста. Дверька-то открылась там. А там дверька была, оказывается, я не знал. Все, погнали в дверьку. Ага. Флоу. Выкачать? Okay, that should do it. Вернуться в Самилис офис. Выкачили. Хай! Сломай досочку. А ну-ка, иди сюда, сейчас прямо. На. Что происходит? Во-во-во-во-во! Опять! Опять какашки! А ну пошли вон, пошли вон, пошли вон! Ой, они меня запачкают сейчас. Твари такие, а? А ну пошли вон. А ну, вон, вон. Я супа наелся. Ох. Чернильного супа вашего. Гадин такие, а? Все, погнали в офис. Сюда? О, выкачен. Да, все, я понял. А закрыть дверь можно? Жалко, нельзя. Чертежи. Музычка. Хорош так. Возьмите стейрс. Что за стейрс? Может, это вот этот план? А? Время поверить. А во что? Существование Бенди. А, так. Нет, это рисунки.
Что такое стерс? Стерс, стерс, стерс. Что это такое? Это здесь находится вообще? О, ебать! Что это было? Ты чё наделал? Чё тебе надо? Маньяк! В маске. Но нет. Я пришел из низа какого-то там. It almost makes what I'm about to do seem cruel. But the believers must be the savior. I must have him notice me. Notice. Wait. Подожди. You look familiar to me. That face. Это лицо. Знаю. Лорд зовет маленькую овечку. Я наконец-то фрит тюрьм. Я вышел из тюрьмы, что-то там-то. Типа я типа крутой такой. Тихо, слушаешь? Я слышу его. Crawling above, crawling. Типа Бенди идет сюда. Наконец-то что-то завершится там, типа ритуал какой-то. Наконец ты слышишь меня, ты станешь свободен. Выпусти меня. Ой, я опять в круге. Овечка, овечка, овечка. А, слип, слип. А, шип, шип, овечка, овечка. Время спать. Там молоточек. Утром. Утром ты умрешь. Слышишь меня, Бенди? Арсе from... из тьмы, Арсе... Освободи меня... Чернильный демон. Нет, мой лорд, остановитесь. Я ваш... А, он убил его? О! Хуя себе. Вот это замес. Так, это уже интересно становится. Куда мне бежать, интересно, потом? Так, этот пидорас развалился. Сюда мне, что ли? Все, валим нафиг. Короче, Бенди взял и завалил своего помощника, я не знаю зачем. Он пытался его освободить, что там-то, но потом... Что вы делаете, мой лорд? Нет, пожалуйста, только не меня. Ебать! Уходи прочь. Окей. Я свободен! Я спасся? Так, почему так темно? О, попить. Ха, игрушки! Классно. Баночка, привет. Кто там есть? Я знаю, что там. Выходи и покажи себя. Ты кто? А, это тот чувак, который... Борис? Это тот чувак, который воткнули... Что там, проткнули? Конец головы. Он нам будет помогать? Он что, хороший, типа? Прям так интересно немножко стало. Не знаю, такой немножко интерес появился. И даже экшена добавили. Это очень весело было. Тогда мы просто тупо бегали, решали головоломки, а тут как бы решали головоломки и сражались. И при этом, да, это интересно. Будем ждать третьей главы. А пока что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И также не забывайте про группу ВК. Там можно предлагать свои игры для прохождения. Всем пока. Пока.